сегодня начинается, сейчас вы услышите все, что вы хотите, даже услышать по поводу метеорита вообще, Челябинского участка. Так что и включайте все свои рецепторы, вам это сейчас здорово пригодится. А в качестве анонса, на следующий перед вами буду выступать я, Петухов Александр, я вам тогда в следующий четверг расскажу во всех подробностях, как я пас живых динозавров и что в результате этого получилось. Тем более, что еще кое-кто оказывается из этих милых зверушек, оказывается, еще и жив. Сейчас я передаю трубку Вадиму Александровичу Черноброву. Так что всем приятного прослушивания. Спасибо. После упоминания о динозаврах самое время поговорить о метеоритах, которые связаны. Во-первых, тем, что принято считать, что динозавров убили метеориты, а на самом-то деле все гораздо сложнее, начиная с того, что жизнью мы на Земле обязаны этим самым метеоритам, которые на нас время от времени сыпятся, и надо же, какое открытие мы совершили 15 февраля. Вдруг большая часть населения нашей страны и мира осознала, что, оказывается, на нас сверху может в любой момент что-то упасть. Это, конечно, чрезвычайно большое откровение, особенно для поколения, которое уже 10 лет не изучает астрономию в школе. Ну, это маленькая прелюдия к теме нашего доклада. И прежде чем я начал рассказывать о сути происходящего сейчас и того, что происходило, того, что происходит, и того, что будет происходить в мае месяце на западе Челябинской области, я хочу начать с конца. Поскольку от момента падения прошло уже приличное время, то есть полтора месяца, уже, может быть, где-то страсти улеглись, и у большинства присутствующих, я думаю, присутствующие здесь не исключение, во всяком случае, большинство тех, с кем я общался, разделились на несколько лагерей, в основном два лагеря, каждый из которых убежден, что дело, ну, условно говоря, закрыто. Спорить больше не о чем, и так все понятно. О чем, собственно говоря, вы хотите, что вы хотите нового рассказать в том деле, о котором уже расставлены все точки. Значит, это мнение лагерей таково. Первое, ну условно я название, конечно, скажу, это официальная точка зрения о том, что упал каменный метеорит, и как бы сказать, ну метеорит и метеорит. Каменные, очень распространенные, более 90, от 90 до 98% всех падающих космических тел на поверхность Земли – это каменные метеориты. Хондрит – самый один из распространенных. Другое дело, что находят каменные метеориты редко, в силу того, что они похожи на обычные камни, и о них спотыкаются люди, но поскольку они не броские, не очень красивые, не очень просятся, чтобы их взяли в руку, поэтому их поднимают с земли очень редко. И поэтому, если говорить о тех метеоритах, которые найдены, они занимают как раз, их падает большинство, а находят меньшинство. К слову сказать, перед грядущим экспедиционным сезоном мы 18 апреля пойдем устроим такой показательный поход в музей, где метеоритная коллекция, самая большая метеоритная коллекция в России хранится, бесплатно, если кто-то хочет принять участие, пожалуйста, присоединяйтесь днем. Мы это сделаем. Метро Октябрьская, кольцевая, наверное, лучше, в центре зала встретимся и после этого коллективно пойдем смотреть на эти метеориты, ну, которые я, конечно, много раз видел, но для тех, кто поедет в экспедицию, лишний раз увидеть метеорит воочию, в общем, не лишним. Но что касается конкретно Челябинского метеорита, то его образцы вот тут лежат, и подойдя ближе во время перерыва, ну, вы можете даже подержать в руках, но поскольку про
метеориты много всего интересного сложено, легенд, в том числе то, что они якобы желания выполняют. Ну, соответственно, можете парочку желаний успеть загадать. Вот, но выполнится или не выполнится, к сожалению, я не знаю. Но, значит, вернусь к тем устойчивым мнениям, уверенным мнениям, которые существуют конкретно об этом метеорите. Первое мнение о том, что это метеорит, всем хорошо известный, состоящий из хорошо известного вещества, и, как бы сказать, всем спасибо, все свободны. О чем тут дальше разговаривать, непонятно. Эти же сторонники из этого же лагеря считают, что метеорит, собственно говоря, и найден. Ну, кто с этим будет спорить? Вот один из сотен найденных обломков. И опять же, можно успокоиться. Второй лагерь, ну, не назовем его официальным, но это лагерь скорее интернетовский. Это лагерь, любящий конспирологические версии. Здесь мнения таковы, что это либо искусственные советские, американские, российские секретный военный образец, секретные испытания. Есть множество вариантов с подробнейшими описаниями, кто изготовлял, какие вот технические характеристики. Сегодня я слышал, что это даже лунная орбитальная база была возвращена на земную орбиту и там неудачно вошла в атмосферу. Слышал со всеми подробностями историю о том, как было испытано гиперзвуковое оружие. Гиперзвуковой летательный аппарат неудачно вошел в атмосферу. В общем, вариантов много. Но более известная в этой же связи версия незабвенного Жириновского, который уверен на 100%, что это было испытание американского оружия. И на эти варианты я могу говорить долго и, может быть, нудно, поскольку это моя область знаний по профессии. Я инженер-конструктор космических летательных аппаратов, и мне приятно, так сказать, на эти темы разглагольствовать, но, к сожалению, я вижу, что немножко это все-таки немножко не то. Я дальше остановлюсь на этой теме более подробно. И третье, очень близко ко второму лагерю, лагерь сторонников, считающих, что мы столкнулись либо с падением инопланетного корабля, либо с проявлением инопланетного корабля, который сбил метеорит, ну, который, соответственно, падал на наши ядерные центры и грозил нам какой-то сверхстрашной катастрофой. И вот добрые инопланетяне нас всех спасли. Вот три вариации, которые устойчиво улеглись в головах у людей. И так или иначе, большая часть людей успокоилась. Первая часть считает, что вообще тема закрыта. Вторая часть как-то так пораженчески, я очень часто слышу фразы: «Все равно мы правды не узнаем, все равно вы, то есть я, правды не скажу, либо этот секретный летательный аппарат уже подобрали и, соответственно, нас всех за дураков держат. Либо его подберут, либо наши спецслужбы его забрали, либо, так сказать, спецслужбы какие-то инопланетные, но в любом случае вы ничего не найдете. И, соответственно, искать не имеет смысла». Вот с этого, так сказать, отрицательного пораженческого момента я и хочу начать разговор, собственно, что случилось, и что мы имеем желание, и что мы имеем шансы найти в этом месте. Помимо того, что
И я лично, и наши коллеги, товарищи из Челябинского космопоиска, из ближайших населенных пунктов уже много чего нашли из мелких обломков, коих число исчисляется сотнями. Но главное тело до сих пор не найдено, и его поиски начнутся в мае месяце. Экспедиция из Москвы начнется 8 числа. На месте в Челябинской области под Чебаркулем начнется 10 мая. В ней могут принять участие все желающие, ну, точнее, почти все желающие. Есть какие-то небольшие ограничения, связанные с сухим законом, связанные с тем, что в этой экспедиции не будут принимать участие люди, которые хотят на этом заработать. То есть экспедиция принципиально носит некоммерческий характер. Вот это два основных ограничения, а все остальное, что называется, мелочи. Вот что, ради чего эта экспедиция устроена, устраивается, точнее, ради какие цели и задачи, какие, самое главное, тайны планируется раскрыть, в то время как большая часть людей считает, что на самом деле все и так понятно. Вот с этого места поподробнее о том, что понятно, а что непонятно. Я, с вашего позволения, учитывая, я догадываюсь, что за полтора месяца вряд ли вы забыли много, но, может быть, я попытаюсь как коротким дайджестом напомнить, что же на самом деле случилось. Я убежден, что вы вспомните о том, как нас обманывали все это время, поскольку метеорит, вообще вся эта история, она оказалась просто нашпигована утками и самого рода, различного рода домыслами и обманом, в том числе и намеренно. Ну, начал я повествование с того, что показал вам, здесь изображен классический астероид, видимо, наш метеорит, это забегая вперед заранее, я показывал о том, как он, возможно, выглядел. Из многих сотен изображений астероидов, которые у меня были под руками, я выбрал именно тот, именно такой формы, какой, я считаю, он примерно соответствовал. Конечно, реальных фотографий его нет нигде и уже теперь не будет, поскольку он разрушился. Но он примерно такой формы и был, как мне кажется. Я его немножко подретушировал, чтобы придать ему более аэродинамические формы, поскольку считаю, что он был достаточно редкой, симметричной формы, похожей на заостренную форму летать, похожим отдаленно напоминающий летательный аппарат. Хотя это, конечно, игра природы. Но вот примерно так он выглядел. Почему я так считаю, мы сейчас позже на этом еще остановимся. Но прежде чем я начал рассказывать о событиях 15 февраля, должен сказать, что на самом деле рассматривать падение под Челябинском в отрыве от происходящих событий в мире нельзя. В эти дни, подчеркиваю, не в этот день, а в эти дни, а точнее с 11 февраля по 18 или, может быть, даже по 19 февраля, то есть более недели, в мире наблюдался всплеск падений метеоритов. Происходило это действительно очень слишком часто, чтобы это можно было списать на случайное совпадение. Поскольку я стараюсь отслеживать эту информацию, могу сказать, что так часто падение метеоритов на протяжении недели. Я за свою жизнь помню только один единственный прецедент. При том, что я отслеживаю достаточно долго эти все падения и занимаюсь поисками всех упавших, по крайней мере, всех упавших крупных тел, я не пропустил ни одного за последние четверть века. Но такого изобилия я видел только один раз. Это было в 1994 году, и не у нас на Земле, а на Юпитере, когда на протяжении более чем недели
более примерно 20 обломков кометы Шумейки-Ролеви, летя кометным поездом, последовательно бомбардировали поверхность Юпитера. Каждое падение было настолько мощным, что это было видно хорошо в телескопы Земли. И судя по ярким вспышкам, это соответствовало мощнейшим взрывам термоядерных зарядов. То есть Юпитер подвергся массированной бомбардировке. И если бы это был не Юпитер, а Земля, то, может быть, мы с вами сейчас не разговаривали на эту тему, поскольку размеры этой кометы действительно, как бы сказать, впечатляли. К счастью, все то, о чем я буду говорить, в том числе и Тунгусский метеорит, значительно меньше по размерам и по мощности взрывов. К счастью, к нашему великому счастью, в нашей Солнечной системе есть такой вот мощный пылесос Юпитер, который на себя стягивает большую часть этих комет. Но мелочевка, так сказать, достается и нам, досталась и динозаврам в свое время. И мы должны сказать им спасибо. Потому что Земля, летая по своей стабильной орбите, давно собрала все опасные тела, которые на этой орбите встречались. Все опасные тела со стабильными орбитами, все собраны. Остались только те, которые прилетают издалека, которые прилетают с нестабильными траекториями. Вот они представляют из себя угрозу. И вот, видимо, в эти дни с 11 по 18 февраля, я так догадываюсь, наша Земля столкнулась, так же как Юпитер в 94 году, с каким-то поездом, то есть с какими-то разрозненными обломками давно разрушенного тела, которое было, конечно, гораздо меньше по размерам кометы Шумейки-Ролеви, то есть так меньше, что его, это тело, в телескоп никто не наблюдал, и для всех оно явилось, в общем-то, большим и неприятным сюрпризом. Но вот это тело, точнее его разрозненные обломки, падали, как я догадываюсь, с 11 по 18, и самый большой объект обычно бывает в середине этого поезда. Так, собственно, и случилось. В середине этого срока наступил период, когда упало сразу несколько тел. Челябинское тело, о нем мы большую часть времени сегодня и говорим. Это был самый массивный объект, но одновременно в тот же день было еще несколько падений в Тюменской области, в Курганской области, в Северном Казахстане, возможно, еще в других местах. В том числе было несколько возможных падений, в том числе на Украине, в Ленинградской области, когда люди не видели самого падения, скорее всего, оно было ночью, в ночь с 15 на 16, но утром и там, и там, в Донецкой области, в Ленинградской области, люди видели черный порошок, выпавший сверху на поверхность снега. Ну, это было отмечено наблюдательными товарищами, вот в том числе нашими космопоисковиками в этих областях. Но напрямую связать это с метеоритом, конечно, очень сложно. Если это так, то, видимо, метеорит где-то разрушил, эти конкретно куски, видимо, разрушились в верхних слоях атмосферы, и до Земли дошла только черная, такая, очень похожая на вот эту формацию, только размолотую пыль. То есть, иными словами, наблюдался очень ярко читаемый всплеск этих падений по всему миру. Большая часть этих падений, как вы догадываетесь, пришлась на территорию нашей страны. Ну, скорее всего, нам такое счастье привалило в силу территории, которую мы занимаем. Красным цветом я обозначил, конкретно увеличил фрагмент карты, приходящийся на Южный Урал, чтобы было понятно, какова была плотность падений в тот день.
И красным цветом пометил падение, пришедшее на 15 февраля, а оранжевым сюда попало падение, которое было 4 днями раньше, когда очевидцы, проезжавшие по дороге Уфа-Стерлитамак, видели падение хорошего среднего метеорита. И надо сказать, когда мы 11 числа получили это сообщение, ну, первое впечатление было, ну, надо же, какое счастье, в этом году мы непременно отправляемся на поиски этого метеорита. Но то, что произошло через несколько дней, заставило нас, конечно, забыть вот об этом Стерлитамакском падении. И, скорее всего, так, как неприскорбно будет сказать, скорее всего, никто поисками этого Стерлитамакского не будет заниматься. Ну, разве что случайно его кто-то не найдет. Было падение в Татарстане, было падение в Пензенской области, вы тут следите за стрелками, в республике Коми. Было падение в Латвии, только единственное, здесь стрелку я обозначил как падение в Рижский залив. Это было первое сообщение информагентств латвийских и финских. Даже в Финляндии видели это падение, но позже оказалось, когда Латвия космопоиск уточнила район падения, он пришелся не на воду, а на болотистый район леса. То есть его тоже, видимо, придется искать, но найдут ли его в этих лесах, учитывая, что он значительно меньше того, о чем мы дальше будем говорить, это, конечно, большой вопрос, но это лотерея. Иногда метеориты находят спустя десятилетия, иногда даже столетия, и поэтому ни один метеорит нельзя считать безвозвратно потерянным, ну, условно говоря, он уходит в вечность. А наша задача в данный момент не дать уйти в вечность самому большому метеориту этого года, ну, который претендует на звание самого большого метеорита 21 века, хотя я с этим, может быть, где-то в этом сомневаюсь, но в любом случае он делит это место пока, условно, пока он не найден, заранее говорить сложно, если он будет найден, его взвесят, тогда будет понятно. Но пока он, условно, делит это звание с Витимским метеоритом, который упал за 10 лет до него, в сентябре 2002 года. Я покажу несколько фотографий, которые обошли интернет, которые вы наверняка видели. Они красивые, и, надо сказать, моя душа радуется, глядя на такие замечательные цветные фотографии, учитывая, что, я уже сказал, мы занимаемся давно этими поисками, и я подобным событиям уже имел счастье заниматься. И в качестве иллюстрации покажу, сделанный очень близко похожий к этой фотографии рисунок, который я делал 10 лет назад, со слов очевидцев, на таком же падении на северо-востоке Иркутской области. Но поскольку я его делал очень скрупулезно, на глазах у очевидцев, ориентируясь на их слова, то есть учитывая все их пожелания, вот получилось настолько похоже, что я убедился спустя 10 лет, когда увидел точно такие же фотографии, но уже качественные фотографии такого же события этого года. Вот что называется картинка и фотография из разряда, наверное, найдите 10 отличий. Фотографий было много. И в основном эти фотографии, я бегло их пройду, в основном, конечно, они должны нас порадовать, эти фотографии, изобилие этих фотографий. Во-первых, тем, что наконец-то у народа, у людей на руках находится большое количество фото- и видеотехники. Слава Богу, большое количество видеорегистраторов, чем весь мир мы удивили. И вот благодаря этому теперь не приходится рисовать со слов очевидцев все эти красивые картинки, а достаточно видеть качественные фотоснимки. Этих снимков было много, и одно из
следующих отличий этого события, то, что произошло это в хороший ясный день, то есть были хорошие условия видимости, именно днем, а не ночью, когда люди бодрствовали, большинство только пришли на работу или только начинали работу. И вот благодаря этому, так сказать, очевидцев было более чем достаточно. И следующее, очень важное отличие, это первый, ну, по крайней мере, на моей памяти, случай, когда метеорит такого класса, такого уровня, а примерно такие события случаются раз в 5 лет, вот это первый случай, когда метеорит пролетел над городом-миллионником. Ну, почти пролетел, там в нескольких десятках километров южнее он был, но можно сказать, что и рядом. И до этого метеориты пролетали над районными центрами, над областными центрами где-то там вдалеке. В 96-м году жители Брянска, это областной центр, но это не миллионник, жители Калуги, то же самое, Смоленска были в шоке, гадали, началась ядерная война или там, Армагеддон или еще что-то в этом роде. В 2002 году то же самое говорили жители районных центров Бодайбо, Мамы, там, и Таксимо и других таежных городов, но их население там не превышает 50 тысяч, для них это было событие, безусловно, просто сопоставимое с Великой Отечественной войной, по крайней мере, они до сих пор вспоминают, наверное, челябинцы теперь будут вспоминать это событие. Вот. Но в любом случае, вот такого количества очевидцев, больше чем миллион человек, конечно, никто никогда до сих пор не собирал. Никто никогда при падениях метеоритов не собирал такого количества видео, фото, документов. И даже, так сказать, не применительно к тому, что будет дальше, в любом случае этот метеорит уже вошел в историю. Значит, то, что вы видите внизу, фотография, это фотография разрушенного цинкового цеха в Челябинске, и разрушенного взрывной волной, не прямым попаданием метеорита. А сверху в том же масштабе, подчеркиваю, я специально, так сказать, масштаб подбирал, больше-меньше, я изобразил, как примерно сопоставим по размерам этот метеорит. Вот по средним оценкам, оценки, конечно, разнятся, плюс-минус, но по средним оценкам его размер при вторжении в атмосферу составлял примерно 18 метров. То есть это примерно как раз-таки есть та разрушенная область. То есть если бы он ее просто снес своим падением, то ну, может показаться, то и дыра была бы примерно такой. Ну, на самом деле, дыра бы, конечно, была бы значительно больше, начиная с того, что и Челябинска, наверное, бы и не было после этого. Но вот примерно размеры дыры на стене цинкового цеха и размеры этого метеорита изначально, они примерно так вот чудесным образом совпали. Вот классические художественные фотографии, которые сделал один из фотохудожников. Поскольку след висел в небе достаточно долго, вот у него было время там, несколько высокохудожественных кадров сделать. И даже видно, вот, потому что на разных кадрах солнце по-разному стоит над горизонтом, видно, что проходили многие минуты или даже десятки минут между кадрами. То есть вот этот след, дымный след от пролетевшего тела, он висел в воздухе по разным оценкам там, от получаса до 2 часов. То есть достаточно долго, ну, учитывая, что он был на большой высоте. Это как раз неудивительно. Ну, несколько фотографий еще покажу. Я обращу потом внимание на особенности этих фотографий, этих видеозаписей. Их видели многие. Но, что называется, самое удивительное,
заметили не все. Мы на это обратим внимание обязательно. Вот по этим фотографиям, в данном случае это склейка из видеозаписи регистратора, и мы, и другие энтузиасты пытались понять, куда улетел, с какой скоростью, с каким углом снижения летел этот объект. Ну и вот куда эта желтая линия, продолжение его траектории, куда он, так сказать, должен долететь дальше. Много на эту тему мы как бы и спорим, и еще будем спорить, и на месте еще наверняка будут споры. Но в любом случае уже понятно, что он улетел значительно западнее, чем ступала нога журналиста, журналистов, которые приезжали на это место, дабы снимать, так сказать, место падения. В основном едут под Чебаркуль. Это место широко известно, и метеорит многие теперь называют Чебаркульским по месту падения возле этого замечательного города. Но даже западнее, то есть еще дальше по трассе падения, метеорит летел практически с востока, то есть практически строго с востока на запад. Вот еще западнее, дальше по трассе падения Чебаркуля, в городе Миас, висело это облако, как крайняя точка дымного следа падающего метеорита. То есть она показывала, что основное тело улетело еще дальше, даже дальше, чем за Миас. А дальше Миаса начинается уже, собственно, Уральский хребет, и это и есть водораздел и граница между Европой и Азией. То есть основное тело лежит где-то там. Растеряв, пока оно долетело до Миаса, оно растеряло, конечно, значительную часть своей массы, и в том числе тот самый кусок, который надел много шума, упав в озеро Чебаркуль. Но вот растеряв большую часть этой драгоценной своей массы, все-таки есть надежда, что какая-то значительная часть ее долетела до земли и покоится в безлюдном районе. Ничего удивительного, что его не нашли. Сейчас Уральский хребет, Уральские горы, естественно, покрыты непроходимым снегом, и как бы до весны, до мая месяца этот метеорит прекрасно, так сказать, в сохранности доживет до нашего прибытия, а может быть даже, так сказать, и переживет его, если мы его не заметим. То есть ничего удивительного, что его так быстро, как Чебаркульский осколок, не нашли. В этом нет никакого парадокса. Ну, это рисунок, авторский рисунок, сделан по свежим событиям. Эта фотография сделана с другого конца, с Европы. Сделано с Башкирии. Чебаркуль и Челябинск находятся где-то там далеко-далеко за горизонтом, то есть это километров 200 до Челябинска. И люди, строители, которые в этот момент собираются только на работу, вы видите, это раннее утро, солнце еще не встало, потрясенные взрывом и вот видением на небе, думают, что метеорит прилетел как раз с запада, с их стороны. Почему они это думают? Понятно, по фотографии облако, которое остаточное облако от падения метеорита, которое осталось где-то там, за горизонтом, над Миасом, или точнее между Миасом и Башкирией, оно подсвечивается встающим солнцем, которое находится за горизонтом. И оставляет это облако, оставляет за собой длинную-длинную темную тень. То есть это не трасса падения метеорита, это просто тень от метеоритного облака. Метеорит летел практически на наблюдателя, находящегося в Башкирии. Но вот из-за тени ему кажется, не ему, а им, их было много наблюдателей, там выбежала вся стройка, весь поселок, криками, что случилось. Но все были убеждены, вот из-за этой обманной тени солнца, все были убеждены, что летело как раз с их стороны, куда-то туда улетело. Вот на самом деле истина где-то, как всегда, где-то посередине.
где-то между Башкирией и Челябинской областью этот метеорит и закончил свой космический и земной путь. Значит, утка номер один, которая появилась буквально через несколько часов после первых сообщений о столь грандиозном событии историческом, те, кто внимательно смотрел за выпусками новостей, в первый день в новостях уважаемого первого телеканала видели бравурные сообщения о том, что место падения метеорита найдено. И вот показывали такой панорамой это самое место, которое видеокадры производили впечатление на неискушенного слушателя, конечно, грандиозные. И, надо сказать, вид горящего кратера не может не вызвать ужаса и уважения у тех, кто это видел. Но я этот кратер видел до того и без труда опознал. Это кратер Дарваза. Это газовый провал карстовый в Туркменистане. Он появился несколько десятилетий до челябинских событий. И, как бы сказать, сначала, когда этот кратер показали в новостях, по-моему, 12-часовых, я подумал, что это просто в попыхах выпускающий редактор по незнанию пропустил такую липу, случайно лажу, случайно. Но потом ее стали повторять в 15-часовых новостях, в 18-часовых новостях. Я понял, что, в общем-то, видимо, это уже не признак случайного ляпа. И, надо сказать, намеренные или злонамеренные утки, они повторялись с завидной регулярностью. Кому и для чего это нужно было делать, кому надо было отвлекать и направлять наше внимание не в том направлении, все это время, может быть, и по сию пору. Это вопрос открытый. Я могу на эту тему очень много говорить. И это благодатная тема для любого любителя конспирологии. Но, что называется, наверное, может быть, моя задача сейчас не критиковать тех, кто занимался намеренным дезинформированием. А я думаю, правильнее было бы с моей стороны информировать правильно, то есть то, что было на самом деле. Но это лишний повод вам задуматься, когда вы будете смотреть новости касательно этого челябинского метеорита, что если вас обманывали серьезным видом уже не один раз, то, наверное, у вас мало поводов считать, что вас не обманут в очередной раз. В общем-то, обманывают и по сию пору. Другое дело, кому для чего это надо, так сказать, это вопрос весьма-весьма спорный. Но, тем не менее, много было всего и правдивого тоже, в том числе по телевидению. И вот что касательно дела о последствиях, то быстренько МЧС вот распространила вот такую информацию о последствиях этого метеоритного дождя, сколько было уничтожено погонных квадратных метров стекла, сколько квадратных метров там исчислялись сотнями и тысячами этих кровли, сколько было жертв от этого события. В общей сложности пострадало более 1500 человек. В основном это колотые, резанные раны от упавшего, разбившегося стекла. Но были очень серьезные травмы. Буквально, когда люди, пострадавшие, что называется, находились на грани еще чуть-чуть и летальный исход, были травмы позвоночника, серьезные травмы головы. Был случай, почему-то никак не отраженный в прессе охочих до таких вот страшных подробностей, был случай, когда школьники героически спасали из развалин беременную учительницу, еле-еле, так сказать, спасли ей жизнь чудом.
Ну, в общем, случаев героического спасения, когда люди помогали друг другу, в Челябинской области было очень много. И отчасти мне чрезвычайно жаль, что очень часто выпячивается прессой совсем другие примеры такого негативного характера, немножко подсмеивающиеся над, ну, над нашими согражданами. Выпячивается случай, якобы там кто-то бьет стекла, сам себе имитируя последствия метеоритной атаки, для того, чтобы им ставили бесплатно, государство пообещало, значит, компенсировать и вставить бесплатные стеклопакеты. Очень много разговоров, муссирующих, ну буквально, так сказать, подталкивающих людей к тому, чтобы они занимались метеоритным пиратством, о том, что люди местные занялись метеоритным бизнесом, продают эти метеориты. На поверку большая часть из этих сообщений, ну, честно говоря, не выдержит никакой критики. Я не знаю ни одного конкретного примера, чтобы хоть одно стекло, хоть один человек разбил сам себе или даже соседям в тот день. А что касается продажей, которые в тот же день начались, эти продажи были всегда, ну или почти всегда, вот, по крайней мере, сколько существует интернет-аукционы. И по большей части люди, которые занимались поисками, это обычные энтузиасты, обычные любопытные, которые сувениры собирали, но их, что называется, усиленно подталкивали, наша пресса, наше телевидение подталкивало, что надо это продавать, надо продавать. И вот люди занялись продажами, ну, что называется, я не хочу их за это судить или как-то поучать их, что это нехорошо, я против метеоритного пиратства, против всяческих продаж. Но вот эти продажи, у меня такое ощущение, что на 90% причина появления этих продаж – это, собственно, критика, а на самом деле реклама, подсказки из телевидения. Наше телевидение, так сказать, просто навязало эту модель поведения для местных жителей. Это рисунок местного жителя, жительницы. А это еще одна замечательная историческая особенность этого события. Что называется, конспирологи и так имели на руках огромное количество более чем странных совпадений. Тут пресса, тут телевидение, тут государственные телеканалы рассказывают какие-то утки, врут раз за разом. То сообщают о том, что падение произошло в Чебаркуль, через день говорят, что это опровергнуто и никакого метеорита там быть не может, это документально уже установлено. И вот эти вот противоречивые заявления в тот момент, когда и так все были взвинчены и не знали, где правда, а где ложь, и в этот момент происходит, ну просто вот подарок любителям конспирологии. 19 февраля, ровно в 4 часа утра, в наших войсках объявляют внезапную военную тревогу и перебрасывают десантников с бронетехникой в район Чебаркуля. Ну, потом объясняют вот такое случайное совпадение, что полетели не просто абы куда, не на какой-то другой полигон, а именно в Чебаркуль, тем, что, ну, просто вот это чистое совпадение, никакой связи с метеоритом здесь нет, просто вот захотелось проверить боеспособность наших замечательных десантников. В этот момент я был в Челябинской области и видел, как часть военной техники шла лесами, ну, по лесным дорогам, чтобы не бросаться в глаза, чтобы не забивать трассу, федеральную трассу М5. А под конец и по федеральной трассе тоже поехали войска. В общем, войск растянули в район Чебаркуля немало. Куда и с какой целью они были переброшены, сейчас гадать, конечно,
можно, но с большой вероятностью известно, что они все-таки прибыли в район военного полигона и там свои военную выправку продемонстрировали. Ну и затем, так сказать, вернулись в свои казармы обратно, но как в известном анекдоте про пропавшие ложки, если вы помните, ложки, конечно, нашлись, но неприятный осадок остался. Вот военные, конечно, уехали, и, конечно, в их десантных рюкзаках вряд ли они увезли с собой в казармы осколки метеоритов, хотя, может быть, кто-то и увез, но вот уверенность у любителей конспирологии, что все это было не просто так, она осталась навечно. И опровергнуть это можно только одним сейчас, найти основное тело. Если оно не будет найдено, то людей, которые сейчас в интернете говорят, что все давно нашли и военные в своих грузовиках уже давно вывезли все в тайне от нас, и мы никогда ничего не узнаем. Вот эту фразу, так сказать, я слышу каждый день по 10 раз, и мы никогда ничего не узнаем. Вот другого варианта убедить таких людей, конечно, невозможно. Можно только найти, так сказать, то, что не нашли десантники. На самом деле, по неофициальной информации, есть, конечно, официальная информация, как вы понимаете, там красной строкой идет, что никакой связи с метеоритом нет, Но надо пожать руку нынешнему министру обороны. Он сделал все, чтобы все думали, что именно такая связь с метеоритом, конечно, есть. То есть вот случайное совпадение там не верит, наверное, только ребенок. Но, тем не менее, так сказать, я думаю, что единственная связь, которая существует между этими таинственными учениями и метеоритом, была в том, что ажиотаж и страх, и отчасти и ужас, который сменился вздохом облегчения у жителей Челябинской области, действительно они находились на грани, может быть, перед катастрофой. И когда эта катастрофа, так сказать, сменилась, конечно, последовали многочисленные вопросы о том, а может ли государство защитить от этого падения, а что оно вообще сделало ради того, чтобы спасти нас. Вот отсюда начались какие-то в первые же часы начались жалкие потуги у наших чиновников, которые, раздувая щеки, показывали свою значимость и демонстрировали населению, насколько они заботятся о нас, так сказать, горемычных. И отсюда начались жалкие, позже опровергнутые всеми и осмеянные утверждения официальных лиц, что якобы чиновники знали заранее о падении этого метеорита. Это тоже подарок нашим конспирологам, потому что знать о падении метеорита с нынешним уровнем астрономии и нашей техники невозможно. Но если точнее, мы можем примерно около 3% сейчас отслеживать летящих в нашу сторону астероидов, и то большую часть из них мы видим уже на излете. А 97% подлетают к нам, вот так же, как Челябинский метеорит, абсолютно незамеченными. Мы их замечаем только тогда, когда они падают почти на голову. И когда чиновники заявляют, что в первый день это транслировалось по всем каналам, что Челябинский МЧС предупредил жителей Челябинска смс-ками о грядущем падении метеорита там за несколько часов. Это было шоком. Ну, конечно, если ты лично не получил смс-ку, это же не повод чиновников, так сказать, ругать, но это не повезло лично тебе. Остальные там, миллион челябинцев, видимо, получили. Но потом оказалось, что таких смс-ок не было вообще, и не было вообще возможности, и в общем, не уверен, что кого-то за эту ложь, официальную, подчеркиваю, это официальное заявление было, вряд ли за нее кто-то понес ответственность. Может быть, там пожурили кого-то, врать надо более умеючи. Но сейчас уже мало кто вспоминает, официально, или точнее полуофициально, в тот же день предупреждали
что будет второе падение вечером. Вечером 15 числа Челябинская область и Челябинск ждали второй метеорит. Подчеркиваю, вот в тот момент, когда было еще непонятно, а что это упало, все эти жалкие потуги наших чиновников приводили меня, по крайней мере, к полной убежденности, что речь идет не о падении метеорита. Потому что падение метеорита, так предсказать, предупредить сначала смс-ками, потом официально предупредить людей, чтобы они разъезжались по домам и ждали следующего падения, все это говорило только о том, что упало что угодно, но не метеорит. Ну, потом как бы я пришел к выводу, что это все-таки метеорит, а все эти потуги были связаны исключительно вот с психологией чиновников. Но, тем не менее, если спустя вот столько времени, сейчас мы можем уже как бы судить об их действиях, о том, что было правильно, о том, что было неправильно. Но я думаю, что и учения эти тоже, в общем-то, родились в какой-то степени как следствие того, что руководители страны, в данном случае руководитель Министерства обороны, конечно, не мог не отреагировать на справедливые упреки, почему вы, в смысле руководство, ничего не можете сделать вот для нашего спасения. Нам на голову сыпется, там, бог знает что, сегодня упал метеорит, сегодня он упал далеко от города, а завтра он упадет в город, и что вы вообще можете на это предпринять? Мы вас кормим, мы вас вооружаем, нашу замечательную армию, а вы ничего не можете сделать. А если завтра, ну, условно говоря, там, инопланетяне на нас нападут, вы тоже, так сказать, будете вот бездействовать? Вот это вот, как в какой-то степени, может быть справедливые, может быть несправедливые упреки. Как бы можем на эту тему много говорить, о том, что мы можем и что мы не можем противопоставить угрозам, исходящим из космоса. В реальности, конечно, с метеоритами не борется посредством бронетранспортеров. И даже с инопланетными вторжениями в стиле а-ля Голливуд тоже, в общем-то, нашими оружием, нашими видами оружия, наверное, не справятся. Но вот это вот желание все-таки немножко воспользоваться этим прецедентом, чтобы показать хотя бы самим себе, что мы еще на что-то способны, что мы способны в любую точку страны, если там произойдет завтра некое вот страшное событие, перебросить технику и там дать достойный отпор агрессорам, вот, чтобы самим убедиться, что мы еще на что-то способны, я думаю, что вот это справедливое вполне для нормального любого мужчины желание и было, так сказать, нашим министром обороны в жизнь предварено. Раз вы так много говорите о том, что мы бездельники и не можем ничего сделать, вот, а мы вот сейчас покажем. Мы перебросим туда войска и, как бы сказать, эти войска покажут всем кузькину мать. Ну вот, в общем-то, это и было с успехом сделано. То есть другой прямой или косвенной связи с падением метеорита я, к сожалению, пока не вижу. Хотя, если я ее обнаружу, чтобы не было у вас впечатления, что я прямо или косвенно заинтересован в сокрытии вот какой-то конспирологической информации, какого-то заговора. Я в заговорах не участвую, но вот чтобы не было впечатления, что я кого-то прикрываю, хочу сказать, что если какие-то следы все-таки в пользу конспирологических версий мы найдем, конечно, мы придадим, так сказать, это огласке. Но пока что все, что я вижу, говорит больше в пользу безалаберности и чиновнического бессилия. Вот это и самая страшная тайна, которую, в общем-то, приходится скрывать. Но это не то, что как бы мне интересно раскрывать. Ну, я покажу несколько фотографий разрушенных строений в Челябинске.
И надо сказать, ну, вы некоторые видео, фото, зарисовки видели сами по телевизору. И надо сказать, сложилось впечатление полной разрухи по городу Челябинску. То, что Челябинск существует в виде разрушенного города Сталинграда, вот глядя на видеоновости наших телеканалов, это устойчивое мнение. Это не совсем так, и надо понимать, что снимать тысячи оставшихся в живых неразбитых окон, конечно, телевизионщикам не интересно. Им приходилось ездить по городу, чтобы выискивать вот фрагментарные эти разрушения. Они, конечно, были, но, подчеркиваю, они были очень и очень фрагментарными. И вот тотального разрушения такого не наблюдалось. И люди, с которыми мне доводилось разговаривать, обычно говорили, вот в нашем квартале там толпами ходили смотреть там на окна там Елизаветы Павловны там на втором этаже. А у нее единственные, так сказать, жители окна. Были, конечно, более пострадавшие районы, менее пострадавшие. Были районы, где вообще ничего не было повреждено. Но вот такие вот замечательные фотографии, за ними журналисты охотились. И благодаря изобилию этих фотографий сложилось впечатление, конечно, о тотальном разрушении. Что, конечно, не совсем так. Ну, а плюс еще чиновники, про которых я, так сказать, уже... так не зло вспоминал, естественно, цифру этих разрушений легко, быстренько, так сказать, подмахнули и увеличили, и в результате последствия от этого падения, конечно, возросли уже на порядок. Ну, по поводу версий, буквально в первые дни, конечно, в прессе, на телевидении оказалось огромное количество безапелляционных утверждений, что это было на самом деле. Конечно, наши остряки не могли не вспомнить аналогии с вторжением инопланетян и с войной миров. И вот такие картинки, я их набрал достаточно много в интернете. Ну, мне не нравится вот, своим задором и юмором, и я, как бы сказать, показываю эти картинки без какого-либо желания пожурить художников за излишнюю фантазию. Ну, тем более, что, в общем, юмор только помогает справиться со стрессом. Вот надо отдать должное нашему народу, что... В общем, событие это воспринял достойно он. И я вспоминаю забытую уже как бы шутку, которую, когда я служил в армии, мы служили, поддерживали связь с мобчастями погранвойск, мы были на сухопутном участке морской границы, но поддерживали связь с моряками, и вот там распространенная шутка, которую я не очень, так сказать, воспринял среди моряков, она такая, что лучше всего радуются, или точнее, лучше всего шутят моряки после того, как по ним не попали. Вот эту шутку надо, так сказать, немножко понять, надо быть моряком, и надо понять с точки зрения моряка, что действительно, когда заканчивается там какая-то морская баталия, во время баталии некогда задуматься, что не только ты где-то там в кочегарке кидаешь уголь в топку, а кто-то там наводит, а кто-то подносит снаряды, а кто-то стреляет, кто-то прицеливается, но точно так же по тебе в это время стреляют. И вот когда проходит битва, когда ты понимаешь, что все снаряды, раз ты живой, значит все снаряды пролетели мимо, вот в этот момент моряки лучше всех смеются. Вот для жителей Челябинска вот этот постапокалиптический синдром, когда по тебе стреляли, но промазали, в какой-то степени этот синдром и объясняет изобилие, оптимизм
челябинцев изобилие этого юмора на тему, что на самом деле у нас творилось и что у нас творится. И вот отсюда вот такие фотошопы о том, что Челябинск заполонили орды пришельцев. Отсюда ремейки и самые разнообразные переигрывания темы «Звездных войн» и «Звездного десанта». Челябинск ждет отпущения. Мы следим за развитием событий в Челябинске, как передают инопланетные корреспонденты на свои планеты. Криминальная хроника в Челябинске, двое приезжих подрались. Челябинск, традиционный фон в норме. Это фрагмент из видеокадра, из видеозаписи, как вот круглый какой-то объект там падает то ли на детскую площадку, то ли просто между домами. Очень много вариаций. Жители метеорита с ужасом наблюдали приближение Челябинска. Чемпионат мира по Angry Birds, челябинский ответ КНДР. Ну, конечно, наш президент верхом на метеорите. Я видел также лису верхом на этом метеорите, там еще кого-то. Ну, конечно, нашу почту, которая доставила посылку, которая должна была доставить 21 декабря. Вот появились фотографии грузовиков, которые вывозят, ну, на самом деле, конечно, какой-то обычный камень, но понятное дело, что в Челябинске на грузовиках могут теперь возить только метеориты. Ну, опять тема «Звездных войн». Кстати говоря, очень похоже, что называется, найдите 10 отличий. И вот, возвращаясь от фантазии к реальности, что мы видим на самом деле? В тот момент, когда по телевидению сообщают о том, что это было на третий день, что уже установлено, что в озере Чебаркуль не падал метеорит, то есть предыдущее сообщение следует считать глупой ошибкой. И буквально цитата, что в связи с этим оцепление вокруг места падения снимается. Я сам это многократно слышал. В реальности это было неправдой. Ну, как и многое другое. Вот как выглядит это оцепление на самом деле. Озеро очень большое, и оцепить его, конечно, сложно, но на самом деле сделано это было блестяще. Выезды к автомобильной дороге были блокированы машинами полицейских, как на левом снимке. Понятно, что там не в каждом месте можно подъехать к льду. А непосредственно на льду этого озера было две цепи оцепления. Вот там вдалеке видите палатка большая брезентовая, ну там видимо печка. Видимо там офицеры, участвующие в оцеплении, грелись, менялись. И круглосуточно вот две цепи оцепления на озере, третья цепь соответственно, ну, не цепь, а блокпосты уже на выездах с озера. Так вот, эта цепь оцепления, что удивительно, в ней участвовали не рядовые милиционеры, а только офицеры, что само по себе, в общем-то, я считаю, достаточно либо расточительно, ну, офицер, в общем-то, не должен выполнять такую роль часового. Но это в какой-то степени демонстрирует степень внимания полицейского начальства вот к этому событию. Военных в оцеплении замечено не было. То есть те многочисленные десантники, которые прибыли, они были рядом с Чебаркулем, но, что называется, вот непосредственно там их они не отметились. Может быть, они, так сказать, где-то и выполнили какую-то разовую функцию, задачу. Но я одно могу сказать, они точно не занимались прочесываниями, ну, по крайней мере, в массовых количествах, потому что зимой прочесывать горы бесполезно. Ну, вот что они делали
я сказать, конечно, не могу со 100% вероятностью, но известно хорошо, что они стреляли и там, бегали, прыгали, ездили на бронетранспортерах на полигоне. Ну, то есть, иными словами, их роль в поисках метеоритов никак нигде не отражена. По крайней мере, до сих пор неизвестно. А зато хорошо, так сказать, видна роль полиции, ну, бывшей нашей милиции. Вот она была задействована здесь по полной программе, в общем-то, вы видите как. Первые дни не пускали совершенно никого к этим воронкам, к этим местам. Ну, это еще к вопросу о дырке во льду в тот момент, когда прибыли десантники, было непонятно вообще, зачем они приехали. Ну, кое-кто ожидал, что приедет и сам первое лицо государства, и только он, так сказать, найдет этот метеорит. Ну, это, конечно, шутка. Этого не случилось. И я убежден, что в тайне вытащить этот метеорит из полыньи никто не мог. Я за это ручаюсь, несмотря на то, что на меня сыпятся многочисленные... Сейчас мы сделаем перерыв. Несмотря на то, что мне очень часто говорят, что злые там, спецслужбы, коварные, все сделали так, что втайне, так сказать, вытащили этот метеорит из полыни, я смею утверждать, что мы по неофициальным источникам, конечно, подчеркиваю, по неофициальным, но очень достоверным. Сами понимаете, когда в оцеплении задействованы там, многие сотни офицеров, с некоторыми можно найти общий язык, и, по, так сказать, они выдадут вам все, что угодно. Вот мы знаем, что никто оттуда пока еще ничего не достал. То есть то, что там лежит на дне, оно лежит, поскольку найти с помощью водолазов, дайверов не удалось. В том числе я разговаривал с некоторыми из тех, кто опускался на дно этого озера. Опускались многие люди в то. То есть скрыть от всех, или точнее заставить всех молчать невозможно. В том числе у меня были доверительные разговоры с некоторыми людьми, которые там опускались. К сожалению, нащупать это упавшее тело сложно. Там очень толстое илистое дно. И нащупать это не удалось. И только там с 16-й попытки, когда поняли, что таким путем достать это тело невозможно, наших знакомых Алексеевых из Москвы попросили участвовать в зондировании. И на это озеро перебросили на лед геолокатор, чтобы сверху геолокатором проверить, что же там под илом лежит. Вроде бы что-то нащупали, но это вроде бы что-то вот до сих пор не извлечено на белый свет. Как это технически реализовать сейчас? Поверьте, так сказать, это легко сказать, но тяжело сделать в реальности. Вот люди думают, и мы думаем, как это сделать. В конце концов, вот на сегодняшний момент мысль такая, что дождаться весны, дождаться, когда лед сойдет, и тогда, может быть, с лодки это удастся лучше, чем со льда. Я сомневаюсь. Что с лодки удобнее, но еще раз подчеркиваю, это не от глупости такое решение, давайте дождемся весны, а скорее от сложности технической задачи. Вот, к сожалению, она в настоящий момент оказалась не под силам с имеющимися целями. Я с имеющимися задачами. Меня просят перерыв на несколько минут. Хочу сказать, что в конечном итоге наша группа «Челябинск космопоиск» она подошла близко к этой воронке, и вот по тем просьбам, по техническому заданию, которые я от него просил, они сами исхитрились, набрали проб достаточно много. Вот, в том числе были взяты пробы льда, который был выброшен из, обломки льда, который был выброшен из полыньи. Одна из проб. Была взята проба воды из воронки и
проба снега рядом с воронкой и проба воды контрольная из этого озера далеко от места падения, для того, чтобы можно было сравнить одно с другим и понять, где присутствует метеоритное вещество, а где оно отсутствует. Забегая вперед, скажу, что следы метеоритного вещества есть и вокруг воронки. Они есть в изобилии вокруг вот этой самой полыньи. И как бы мне не хотелось поймать инопланетянина, инопланетный корабль или какой-то иной секретный объект, но в данном случае вот пока все, о чем я говорю, все факты, точнее, не домыслы, а факты, вот в частности, вот эти самые пробы говорят в пользу того, что все-таки это был метеорит, и конкретно даже каменный метеорит. По крайней мере, если предполагать, что вся эта воронка искусственная, то есть что ее кто-то сделал для того, чтобы отвести людей от настоящего падения, если это делалось искусственно, то тогда надо предполагать, и метеоритную пыль рассыпали искусственно, и все это было сделано, в общем, ради сокрытия, но это слишком сложно предугадать для тех, кто скрывает, наши дальнейшие действия, как мы будем проверять. Мы ведь тоже не дураки, мы, так сказать, пытаемся проверить разными способами. Вот все, пока все наши способы проверки говорят только в пользу падения метеорита. Ну и в пользу того, что наши чиновники, в общем, перестраховываются и обманывают себя и других. И точнее, пытаются обмануть и себя, и других. Но в любом случае, если абстрагироваться от темы начальников и чиновников, сухой остаток на самом деле сводится к тому, что упал метеорит. Все-таки. Ну, пойду дальше в описании событий, которые происходили в этом месте в эти дни. Ну и, в общем-то, и происходит по сию пору. Значит, вот то, что вы видите, это траектория падения основного тела и район предполагаемого падения, район, где предполагается искар, это тело. Ну, тут разные выкладки. Это восстановленная траектория падения, как она происходила вот под тем углом, какой был в реальности, и свечение, которое было наложено на карту 3D, на карту, точнее не на карту, а на глобус нашей страны. Вот для ориентира хочу сказать, вот находится город Курган, то есть где-то недалеко от, в Курганской области, это тело влетело в верхний слой атмосферы и начало светиться, ну, обычно светится, начинает светиться на высотах порядка 100 километров верхней границы атмосферы. Максимальной яркости это тело дошло до максимальной яркости где-то на середине своего пути. И вот пролетев Челябинск, это вот уже почти на излете, после Челябинска она пролетела еще несколько десятков километров. Вот где-то здесь, не в конце падения, Чебаркульское озеро находится. Основное тело, подчеркиваю, полетело дальше этого озера. Значит, и вот я изобразил, приближу этот район, изобразил район, где было так называемая взрывная волна. Что значит взрывная волна? В принципе, можно не акцентировать внимание на этой теме, но мы часто слышим о том, что взрывная волна или волна от взрыва этого метеорита там уничтожила то-то. Ну, в общем-то, все последствия, разрушенная стена цеха в Челябинске, и все остальные разрушения, которые имели место быть, они были, как говорят, от взрывной волны. Ну, можно сказать и так, но на самом деле взрывной волны такой мощной не было. Был взрыв этого метеорита, но взрывная волна не дошла до Челябинска. Все разрушения принесла ударная волна метеорита.
которая сопровождает любое тело, летящее со сверхзвуковыми скоростями. То есть это был сверхзвуковой хлопок, который бывает в том числе у сверхзвуковых самолетов, у любых летящих со скоростями выше скорости звука тел. В данном случае скорость полета этого тела была гораздо больше скорости звука. Она оценивается примерно в 18 километров в секунду, в то время как скорость звука, наверное, помните, 300 метров в секунду, то есть на порядке меньше. И, в общем, ничего удивительного, что падение это сопровождалось вот таким сверхзвуковым хлопком. Тем, кто пострадал от этого хлопка, наверное, от этого совершенно не легче, в общем, без разницы, это был хлопок или взрыв. Последствия, в общем, они есть. Но это принципиально для нас, по крайней мере, для тех, кто понимает разницу, что если был взрыв, значит, где-то рядом лежит и разорвавшееся тело. Вот взрыв был гораздо западнее Челябинска. Значит, несколько слов о том, откуда это тело прилетело. Для нас, может быть, это не столь важно, поскольку откуда оно прилетело, больше его там нет. Но это принципиально, когда решается вопрос или когда идут споры о том, это тело искусственное или там или природного происхождения. Это тело как-то связано с другими телами, которые падали на Землю с 11 по 18 февраля или нет. Вот таких споров в узких астрономических кругах было много, и поэтому я в конце концов для наглядности составил вот такую схему. Эта схема опровергает три версии происхождения Челябинского метеорита. Первая версия. Наверное, помните, в тот же день, 15 числа, буквально через, по-моему, 14 часов после Челябинского взрыва, когда еще челябинские чиновники предупреждали челябинцев, что будет второе падение. И надо сказать, где-то логику этих перестраховывающихся начальников я могу понять, и даже их оправдываю. Дело в том, что через 14 часов после взрыва ожидался пролет астероида 2012 DA-14. И многие из вас в новостях это видели или даже следили, в интернете была прямая трансляция. Визуально его не было видно, но этот астероид размером, к слову сказать, челябинский астероид, метеорит был порядка 18 метров, а DA-14 был порядка 45 метров, то есть это уже подарок несколько раз больше. Там энергия взрыва в квадрате возрастает по мере роста массы метеорита. Так вот, конечно, если бы упал этот DA-14, было бы все гораздо страшнее. И, наверное, логика здесь сработала, что если это Челябинский метеорит из свиты DA-14, то значит, по мере приближения основного тела может прилететь еще кто-то из этой свиты. И чем ближе к центральному телу, тем больше будет масса этой свиты, этих сопровождающих. То есть логика здесь совершенно понятна. Только непонятно другое. Земля-то большая, Земля вращается. И если кто-то из этой свиты прилетает следующим, то вовсе не факт, что он упадет в ту же воронку, то есть в Челябинскую область. Это скорее как раз невозможно. То есть Земля вращается и скорее подставится какая-то другая область, может быть даже другая страна. Но, что называется, логика здесь, еще раз подчеркиваю, понятна. И челябинцы ожидали второго падения. Его не произошло. Астероид пролетел. Вот я специально наложил траекторию, как выглядело бы падение куска из свиты DA-14. В этом случае летело бы тело с юго-востока на северо-запад. Наша траектория несколько другая. Следующая появилась версия, очень красивая, мне она понравилась, и я сразу за нее ухватился. Она была даже где-то романтичная, и мне отчасти немножко жалко, что эта версия мною и была же и опровергнута. Я услышал такую замечательную версию, что
А может быть Сихотэ-Алинский метеорит, который был ровно за 66 лет до Челябинского падения, он был в январе 1947 года. Вот два раза по 33 года, если отложить, то получится 2013 год. Вот считалось, что Сихотэ-Алинский метеорит, что это просто метеоритный рой. Но если, предположил один умный астроном, если это был не просто рой, а кометный рой, в принципе, нельзя этого исключать, то Земля вот с такими роями метеоритными, метеорными роями, она встречается регулярно, и раз в 33 года встречи эти бывают наиболее, так сказать, плодотворными. И вы знаете, по активности метеорных раев, они все переписаны, ну не все, а основные переписаны, и раз в 33 года активность их тех или иных раев растет. И даже предупреждают, так сказать, в этом году там активность Леонид будет выше, там, смотрите, количество метеоров будет выше. Ну, почти каждый раз вот такие предупреждения окажутся неверными, но тем не менее вот раз в 33 года действительно активность повышается в среднем. И раз так, то почему бы не предположить, что через два раза по 33 года вот такой привет от Сихотэ-Алиня снова к нам прилетел. Это очень красиво, учитывая, что до сих пор Сихотэ-Алинские осколки в Советском Союзе, в России, это самые большие железные куски метеоритов, самые большие. И, конечно, так сказать, было бы замечательно получить новую порцию таких рекордных. Но, что называется, не срослось. Во-первых, потому что упал не железный, а каменный метеорит, а во-вторых, не совпала траектория. Ну и последняя версия была очень тоже красива, что это тело было из метеорного потока Дельта Леонид. Ну, здесь я вообще не буду, так сказать, критиковать, эта версия распалась, по-моему, едва родившись. Вот три версии, они, увы, так сказать, не подтвердились. В конце, ну, после этого я составил, восстановил картину событий, картину звездного неба в этот момент, вот над Челябинской областью, точнее, над эпицентром падения, и нашел несложное построение, астрономически сделал, и нашел радиант, то есть точку звездного неба, откуда это тело прилетело. Где-то радиант падения, то есть точка звездного неба, откуда вылетело это тело, где-то находится на границе созвездий Пегас и Ящерицы. В общем, каких-то метеорных роев из этой области до сих пор неизвестно. Ну, по крайней мере, неизвестно было. То есть, скорее всего, мы столкнулись, Земля столкнулась с неизвестным телом, доселе не вписанным ни в один из каталогов существующих. При том, что описаны многие тысячи и астероидов, и метеоритных потоков. Ну, что, в общем-то, совсем не удивительно, поскольку мы действительно, чем меньше тело, тем меньше мы о нем знаем, а большинство мелких тел не знаем совсем. И как ни стыдно признаться, в космических масштабах, вот такое грандиозное, казалось бы, падение, в космических масштабах это все-таки небольшой астероид. То есть было бы, так сказать, страшнее, если бы прилетел астероид побольше. Я уже показывал несколько образцов мелких осколков, которые были собраны, в том числе то, что у меня в руках сейчас, то, что внутри запечатано, то, что свободно можно подержать в руках. Ну, на фотографиях вы видите, что количество этих обломков гораздо больше, чем я вам показываю. И действительно, многие сотни собраны. Но размер их примерно вот такой же. Конечно, есть отдельные куски побольше. Вот я слышал максимально там 1,8 килограмм. Может быть, я его не видел глазами, я вполне допускаю, что его нашли. Но, опять же, я думаю, надеюсь, что речь, отправляясь туда на поиски, я настроен на то, что мы ищем тело, которое по расчетам КМЕТа должно остаться тело порядка 10 тонн.
То есть это достаточно массивный кусок. И что такое 10 тонн, в конце я для сравнения покажу. А это несколько секретная фотография, ну, была секретной. За эту фотографию автор ее сильно пострадал. Не знаю, его уволили или там как-то наказали материально. Но шуму, криков от полицейского начальства было очень много. Объясню, в чем, так сказать, драматизм этой фотографии. Это та самая полынья Чебаркульская, Чебаркульское озеро. Ну, кстати, можете увидеть, что здесь, да, это край, ворон, край этой самой полыньи. Здесь нет в изобилии кусков льда, хотя вот тут один кусочек лежит, но ну, это как бы не очень много. И вот на краях, это, на краю этой полыньи встречались мелкие осколочки размером с того, что я держу, или даже меньше. Их было достаточно много. И один из полицейских, несмотря на то, что там офицеры все были, приложил, пользуясь тем, что им скучно там стоять было круглыми сутками, приложил линейку, где он ее нашел, не знаю, и сфотографировал этот кусок. За что ему большая благодарность от нас всех, потому что вот этим нарушением дисциплины, за то, что он сделал эту фотографию, а, наверное, больше даже за то, что она попала потом в интернет, он и сильно пострадал. Он это сделал в тот момент, я не знаю, намеренно это по дурости или наоборот из героизма научного, альтруизма он это сделал, я не знаю. Наверное, он глубоко об этом сожалел, но он это сделал в тот момент, когда официально прошла информация, что уже доказано, что метеорита в воронке нет. И в этот момент... Какого числа это сделано? Я могу сказать, это было на третий день. А вода не замерзает там? Не, ну конечно она замерзает. Морозы там стояли в тот момент минус 20. Вполне нормальные себе морозы. Но поскольку там водолазы спускались и постоянно поддерживали эту полынью в таком состоянии, поэтому ничего удивительного, что она не разморозилась. Вода там, надо сказать, питьевая в этом озере. Конечно, после падения метеорита все боятся ее пить. Но, в принципе, так или иначе, пьют все равно, потому что водозабор города Чебаркуля все равно идет из этого озера. Поэтому волей-неволей все лечатся. Но в этом, я думаю, что ничего страшного нет, потому что пока никаких вредных веществ, радиации не замечено. Мы проверяли, так сказать, я могу утверждать, что это не обман, то есть никто не скрывает радиацию. Наоборот, в общем, мэр и другие люди, ответственные люди, сами заинтересованы в том, чтобы, так сказать, не пропустить этой беды. Вот какой-то такой видимой опасности пока не найдено. Ну, а в качестве шутки могу сказать, в истории было немало прецедентов, когда упавшими метеоритами люди лечились. Ну, может быть, эффект плацебо, может быть, эффект самовнушения играет роль. Может быть, в метеоритах есть, как утверждают там, какие-то колдуны, чародеи, есть какие-то там чудодейственные вещества. Суть не в этом. Но метеоритами лечились, и были даже случаи в истории нашей страны, когда метеорит полностью съели жители, по-моему, Костромской области, когда в деревне упал метеорит, когда спустя там долгое время об этом узнали ученые, оказалось, что, в общем-то, в музее нечего оставить, потому что его истолкли и съели. И, в общем-то, на здоровье после этого никто не жаловался. То есть, может быть, от осознания того, что ты кушаешь подарок небес, как бы здоровье твое волей-неволей повышается, но так или иначе, ну, уж точно не ухудшается. Поэтому жители Чебаркуля, которые пьют воду из водопровода, теперь уже метеоритную воду, в общем, наверное, должны испытывать подъем душевного здоровья, физического здоровья и прочего, так сказать, общий подъем. Но вот рядом с воронкой никто, конечно, все боятся пить, но еще раз я вернусь к этому злосчастному моменту. В
тот момент официально по всем каналам информационным шла информация, что достоверно стало известно, что метеорит здесь не падал. И вдруг, так сказать, вот такую подлянку делает этот полицейский. В интернете появляются фотографии, где видно линейка и, ну, и какой-то лежащий черный кусочек. Конечно, по этому черному кусочку сложно сказать, метеорит это не метеорит, но если вы люди думающие, то вы прекрасно понимаете, далеко от берега на льду лежать камень не может. И его либо кто-то в кармане принес туда и положил, либо он упал с неба. Третьего варианта. Ну, камни не прыгают из-под воды на лед, не запрыгивают сами. Другого варианта не бывает. Поэтому либо это подделка, или шутка намеренная, злонамеренная, либо это метеорит. И, ну, на самом деле, это, в данном случае это оказался метеорит. Но фотография очень убедительна, как вы понимаете, да. Ну, я быстренько, ускоренно сейчас подойду к концу. Вот таких кусочков, я несколько фотографий покажу, было сделано позже, когда наконец, так сказать, под воздействием этой убийственной фотографии, как бы скрывать, уже перестал смысл скрывать, пропал. Вот таких фотографий с обломками, найденных на берегу этой полыньи и вокруг озера, в Чебаркульском районе, а также в Депутатском, в Первомайском, в этих поселочках, где упали обломки, было сделано немало. В том числе, я сейчас показываю вот этот замечательный снимок, объясню, в чем тут соль. В том числе было много криков о том, что подозрений, что эти обломки были рассыпаны специально. Не зря же первый снимок был сделан полицейским, которому, наверное, приказали сделать этот снимок провокационный. На самом деле метеорит не падал, а вот нужно было пустить по неверному следу, и поэтому там куски метеоритов кто-то принес, рассыпал, а потом, так сказать, выдали их за падение. Ну, как бы сказать, кто подозревает в этом спецслужбы, понятное дело, может подозревать и дальше, но обилие выпавших осколков, подчеркиваю, выпавших с неба раскаленных осколков, выпавших в самых непроходимых или труднопроходимых местах, где их только не находили. Осколков, которые, падая, вот я примером показываю, стандартный, средний, не самый маленький, не самый большой осколочек, когда он падает, он еще к моменту касания снега, снег минус 20 имел температуру в тот момент, температура раскаленных обломков в тот момент была очень большой. Ну, мне трудно сказать, как сильно он успел остыть, спускаясь в воздухе, но в любом случае взять его в руки было невозможно. Там 100, 200, 300 градусов он в этот момент раскален. И падая на снег, он тут же под собой протаивал, растапливал снег. И опускался на несколько сантиметров или даже десятков сантиметров глубже в снегу. И, ну, через какое-то время снег его остужал, и он останавливался на этом растаявшем снеге. И тот снег, который он под собой растаял, через некоторое время, естественно, на морозе снова застывал. И превращалась вот такая вот сосулька. Я догадываюсь, мы специально едем в мае, чтобы эти сосульки снова найти. Только я надеюсь, что снег, который сверху обычный, растает, а спекшийся снег, превратившийся лед, будет стоять, как в горах стоят так называемые каменные грибы на ледяных подставках. И их снова можно будет найти вот визуально на ледяных подставочках, как на постаментах. Опять же, если мы успеем вовремя, вот в тот момент, когда обычный снег растает, а ледяные подставки еще не растают, они будут таять дольше. Но вот эти ледяные подставки, эти ледяные грибочки, то что вы видите в руках у человека, это яркое доказательство того, что все эти осколки
упали сверху в раскаленном виде. То есть их никто не принес, никакие спецслужбы не раскидали их с самолета, с вертолета или еще и там вручную не принесли. Подделать вот такое падение невозможно. Ну, можете себе представить, особенно если речь идет о сотнях, а может быть даже о тысячах обломков. Сотни нашли, я думаю, что не нашли еще многие-многие тысячи. Вот это одно для меня очень убедительное доказательство того, что имело место падение все-таки реального метеоритного тела. Ну, несколько фрагментов, как происходили поиски, вот, в том числе наша группа «Челябинск Космопоиск», как они брали пробы, которые вы видите вот, лежащими здесь, насколько аккуратно это было сделано, то есть, и можно сказать спасибо за это. Еще несколько фрагментов найденных. Вот несколько фотографий этой самой полыньи. Ну, естественно, к ней большое внимание, поэтому она, то, что она не замерзала, благодаря людям. В этом, так сказать, ничего удивительного не было. Тем более, что туда только на моей памяти трижды опускались аквалангисты, а потом, я думаю, что счет этим аквалангистам был потерян. Это момент взятия проб. Глина, ил был взят, в том числе со дна. Вот для того, чтобы со дна взять, видите, грузики опускали. Ну, несколько слов я должен сказать, конечно, о теме НЛО. В тех многочисленных фотографиях, которые, фотографиях и видеокадрах, которые есть, в том числе я один из них привожу, на кадрах, помимо следа метеорита, встречаются изображения НЛО, вот как в данном случае. Ну, что называется, не могу утверждать, что это не может быть ни за что, почему бы и нет, с другой стороны, почему бы и НЛО не прилететь в этот момент. Очень интересно, надо сказать, со всех точек зрения, и будь я пилотом НЛО, я бы не удержался, чтобы, так сказать, не залететь, не сделать парочку выигрышных снимков с лучшего ракурса. Но большая часть этих фотографий, к сожалению, оно имеет прозаическое объяснение. Это птицы или, или другие какие-то обычные, обыденные летающие предметы. Но самое, конечно, сногсшибательное, сенсационное было известие, которое до сих пор не сходит, так сказать, с уст многих телепередач, у ведущие многих передач на самые разные темы, так сказать, перемывают косточки НЛО, который спас нас от падения этого метеорита, сбив ракетой этот метеорит. Значит, в качестве доказательства приводится одна единственная видеозапись. Я, на меня много обрушилось самого разного рода, в основном, такой безадресной анонимной критики, в том числе там приводятся такие контрдоводы, что есть 40 видеозаписей, на которых видно, как НЛО сбивает этот метеорит, а я, мол, так сказать, эти видеозаписи, видимо, скрываю, но сколько ни старался, я больше ни одной видеозаписи не видел, где что-то подобное было. В конце концов, говоря об одной единственной видеозаписи, где, я напомню, вы ее, конечно, видели, много раз ее повторяли. Ну, кто не видел, так сказать, после этого наверняка посмотрит. Видеозапись простая. Летит метеорит, его догоняет вот какая-то белая черточка, вот здесь вот, вот она, на этом увеличенном кадре внизу, догоняет, ну, некая ракета. После этого метеорит срывается, и голос комментатора это комментирует, что вот если бы ракетой не сбили этот метеорит, то он бы нанес какой-то страшный вред Земле. Ну, а кто мог сбить? Либо это сбили наши бравые службы ПРО, а я как бывший ракетчик... Хочу сказать, что я был бы рад, если бы такие средства технические у нас были. К сожалению, на сегодняшний момент они есть только в далеких планах. Сбить объект, летящий на скорости 18 км в секунду, не может сейчас ни одна страна
Собственно говоря, таких целей и не ставится, поскольку у другой страны таких объектов тоже нет. То есть у нас нет задачи сбивать американские аппараты, летящие с такими скоростями, поскольку у них нет таких скоростей. Вот. А метеориты до сих пор, в общем-то, в голову никому не приходило сбивать. Это не наша ракета. Хорошо, говорят, так сказать, некоторые люди. Значит, это сбивает НЛО. Ну, НЛО же может все, поэтому почему бы и нет. Я, в принципе, был бы рад, если бы нас НЛО на это спасло, но логика подсказывает, спасать, в общем-то, незачем, потому что метеорит летел, напомню, он в тот момент, когда делалась эта видеозапись, метеорит уже пролетел над Челябинском. Он летел в сторону безлюдных Уральских гор, куда в конце концов и улетел. Зачем сбивать его над населенными пунктами, чтобы вот эти обломки падали на голову мирным жителям, если в случае, если его не собьют, он мирно улетит спокойно в горы. То есть, иными словами, от этого сбития вреда было бы больше, чем от несбития. Никаких опасных мест, говорят, что там ядерные арсеналы Советского Союза хранятся, опасные. Челябинская область, конечно, славится, в частности, маяком ядерным, но это совсем в другой стороне, это на севере области, и наш метеорит, в общем-то, этому арсеналу никоим образом не угрожал. Атомным станциям не угрожал и всему прочему. То есть смысла спасать не было, и если бы кто-то сбил, то я бы сказал, это медвежья услуга, с таким же успехом могли бы сбить какой-нибудь метеорит, чтобы он взорвался над Москвой. И из жалости, что вдруг этот метеорит упадет, долетит куда-нибудь в безлюдное место и там упадет. Давайте ее собьем над Москвой. Смысла сбивать нет. Но самое главное, вот раскадровка, анализ этой видеозаписи по кадрам показывает, что на самом-то деле взрыв метеорита происходит в тот момент, когда вот эта черточка белая еще не достигает метеорита. Если быть совсем точным, то я вычислил, взрыв произошел в тот момент, когда тело, когда ракета, так называемая, в кавычках я ее ставлю, находилась еще на расстоянии 700 метров от тела метеорита. 700 метров, если бы эта ракета находилась действительно рядом с метеоритом. Но на самом деле она находится рядом, не рядом с метеоритом, а рядом с видеокамерой. И на самом деле это не ракета, это не далекий объект, а очень близкий. Этот объект совершает все свои движения синхронно с грязью на стекле автомобиля. Съемка производится из автомобиля, внутри автомобиля. Стекла на автомобиле не самые чистые, к счастью для нас. И видно пятна грязи, вот здесь видно одно из пятен грязи. И пятна грязи и эта белая черточка совершают синхронные движения, абсолютно. Единственное, что есть небольшая разница. По горизонтали движения эти строго синхронны, а по вертикали есть небольшой дебаланс. То есть как колышется камера, так немножко колышется по вертикали и наша ракета в кавычках. А это может быть только в одном случае, если эта ракета в кавычках находится на вертикальной трещине или царапины, находящиеся на стекле автомобиля. Царапина отражает яркий свет, идущий от метеорита, и, соответственно, выглядит как яркое продолговатое тело. Ну, то есть, все согласно законам оптики. Все очень красиво, но такое удивительное совпадение. Не более того, но, что называется, это совпадение привело к тому, что появилась такая замечательная видеозапись. Вот раскадровка слева, как ведет себя тело до взрыва, оно догоняет метеорит. А справа, о чудо, ракета пролетает сквозь метеорит, абсолютно неповрежденный, и летит себе дальше.
Ну, на самом деле, мы теперь знаем, что это никакая не ракета. Вон она, видите, справа от метеорита, она все еще продолжает лететь. Ну, точнее, она находится на стекле, она взрыва-то не пострадала. Она все еще летит синхронно с куском грязи на стекле, абсолютно не смещаясь ни вправо, ни влево, только чуть-чуть по вертикали. Вот такая вот замечательная трещина, которая дала для нашей прессы, для наших многочисленных комментаторов благодатную пищу для возможности поговорить о том, как инопланетяне нас здорово спасли от грядущего апокалипсиса. Вадим, извини, а завтра еще убирать. Хорошо. Ну и давайте я быстренько пройду по оставшимся фотографиям. Коротко, дайджест. Я уже показывал рисунки, которые делал за 10 лет до этого на подобном же падении, которым я с удовольствием, не без удовольствия находил аналоги, современные аналоги, вот, сделанные фотографии качественные 15 февраля. Это вот из разряда «Найдите 10 отличий», очень похожи одно от другого, называется настолько, что ощущение дежавю остается. Но тем не менее у этого самого Челябинского метеорита все-таки остается много загадок, несмотря на то, что это не НЛО оказалось, это что-то сделано из камня. Самая главная загадка, как я считаю, это загадка так называемого его двойного следа, дымного следа. Сверху я привел фотографии или рисунки классических, обычных падений метеоритов. Дымный след один, он обычно бесформенный, но один. В Челябинске наблюдался двойной след. Как аэродинамик скажу, двойной след, закрученный симметрично в сторону друг друга, в зависимости от закрутки, говорит только об одном, что пролетело какое-то тело, имевшее аэродинамическую форму. Вот в данном случае, три нижних снимка, это двойной закрученный след, мы его очень редко видим, потому что для этого нужно сочетание там, многих факторов, но мы видим закрутку всегда, идущую, я имею в виду, когда пролетает аэродинамическое тело, в данном случае самолет, мы видим закрутку всегда, если смотреть спереди, справа против часовой стрелки, слева по часовой стрелке. Это происходит всегда. Ну, аэродинамика, извините, это наука. Если самолет перевернется и будет лететь вверх брюхом, это тоже можно сделать, двойной след тоже будет, только закрутка изменится. То есть, иными словами, эта закрутка двойного следа зависит только от того, положительную или отрицательную подъемную силу в этот момент аэродинамическое тело испытывает. Вот в данном случае пролетевшее тело имело отрицательное аэродинамическое качество. То есть так летело, как если бы летел самолет, который летит вверх брюхом, ну или у которого аэродинамика вот таким образом устроена. Это, как бы сказать, с одной стороны, почти однозначно говорит в пользу того, что пролетело тело искусственно, если бы, подчеркиваю, если бы не многочисленные обломки. То есть, если бы был найден хоть один металлический кусок, ну, в нашем понимании, любое искусственное тело, это есть что-то сделано из металла, из керамики, из искусственных материалов, но никак не из камня. Каменных летательных аппаратов мы не знаем. Вот я попытался изобразить здесь, как может выглядеть это тело, точнее его сечение. Ну, может быть, очень многие вариации формы. В любом случае, это должно быть однозначно тело симметричное. На этом следе есть четкий след, что тело, сохраняя стабильность во время полета, все-таки один раз перекувырнулось. Почему это произошло? Это тоже объяснимо из-за абляции, из-за того, что тело сгорает, оно теряет свои аэродинамические качества и в конце концов
такое тело должно сделать кувырок. Оно и сделало. То есть все по науке. Но что это за тело? Сделать такое тело у нас сейчас невозможно. Вот в качестве образца я аналог такой привожу. Такой кувырок мог бы сделать, сгорая в атмосфере, например, шаттл, ну, любое аэродинамическое тело, любое, подчеркиваю. Шаттл, в принципе, спускаясь в атмосфере, должен так гореть. Только вот в случае, если он сделает так, попробует сделать такой кувырок, с ним произойдет то же самое, что произошло с шаттлом «Колумбия» 2 февраля 2002 года. То есть печальные последствия, печальные и фатальные. Наша техника такого не переживет. Ну, что называется, очень любопытные такие закономерности, о которых можно много сейчас говорить, и я готов много говорить, но в любом случае окончательную точку в том, что это такое, может поставить только экспедиция майская. Ну и в окончании, по скриптум, я показывал карту Советского Союза России, на которой я отметил самые большие падения, которые были за последний век. Стрелки показывают направление падения, ну и дата, соответственно. А масштаб стрелки соответствует масштабу мощности взрыва. Поэтому даже на первый взгляд видно, что самая мощная, вот она, стрелка, соответствует Тунгусскому метеориту. А наш Челябинский метеорит, вот он, 15.02.2013, вот эта стрелка. Ну, она, может быть, соперничает, может быть, самая большая, может быть, вторая по величине. Но в любом случае, это одно из двух самых больших падений 21 века. Соперничает только событием 25 сентября 2002 года Иркутской области. Ну, как я уже сказал, экспедиция большая намечена на 8 мая. Вот тут гречка, так сказать, ярый сторонник того, что надо ехать искать. Совсем недавно на эту тему разговаривали. И совсем в качестве окончания, что же, если мы не найдем? В любом случае, что бы мы ни нашли, я считаю, даже отрицательный итог, он тоже итог с научной точки зрения. Конечно, было бы здорово найти инопланетный корабль в идеале. Тем более, так он красиво летел, согласно всем законам аэродинамики. Но даже если это будет каменный кусок, мы имеем шанс получить, в общем-то, хороший результат. Вот здесь на фотографии метеорит-рекордсмен, который считается самым большим в мире. Метеорит Гоба, 60 тонн. Вот таблица самых больших метеоритов. Метеоритов вообще. К сожалению, Россия не входит даже в десятку. Вот я специально другую таблицу сделал. Это самый вверху. Самые большие таблицы, самые большие железокаменные метеориты. Россия четвертое место занимает. И внизу самые большие каменные метеориты. Вот мы сейчас говорим о каменном метеорите. Россия здесь там, на задних рядах. Самый большой метеорит, рекордсмен, 1,77 тонн. Тот метеорит, который предположительно по расчетам остался после Челябинского, по разным оценкам от 0 до 10 тонн. То есть мы имеем шанс вот этого царь-метеорит, рекордсмена найти. Вот на этой оптимистической ноте и разрешите, так сказать, закончить повествование. Вадим, большое спасибо.